Сейчас все для вас сделаю. Просто вовлечен в работу, что даже не видит, что это не ее вообще манекен. Как это у Макса называется? Я прям не знаю, как это называется. Я что-то похожее видел на Диме Билане. Как говорится, радуемся осторожненько. Ну что, друзья, это не... Ну что, друзья, всем привет, это уже 9-я неделя. Вчера мы с ребятами погуляли по Самшитке, сегодня сразу у нас выходной рабочий день. Так, ну что, друзья, всем привет, это 9-я неделя курса Handcraftmaster. Вчера был выходной, воскресенье, сегодня понедельник, работаем. Вчера мы гуляли. Как вчера было хорошо, что сегодня чуть-чуть даже плохо. Самое главное, чтобы вы это правильно поняли, плохо чисто физически, ноги болят, руки болят, мы полазили по горам, покупались в речке, поорали, вообще было все классно и здорово, а на этой неделе у нас дорабатываем второй степ, изучаем новые укладки, изучаем новые техники, изучаем внутреннюю форму построения стрижки и четверг-пятница, работа с клиентами, второй блок. Я ребятам буду помогать уже чуть-чуть меньше, они будут больше самостоятельно работать, потому что уже многое знают, много умеют. Ну и поехали смотреть. Не помните еще про плоскость, ребят. То, что вы можете сейчас взять здесь, допустим. Сейчас будем ванговать. В общем, сейчас ребята, которые войдут в пятерку, будем предсказывать. Это Рубия, это Лейла, это Карина, Аня. Ну и Арслан, наверное. Посмотрим, насколько я прав, как ребята отсудят. Сейчас будем уже готовиться. Мы делаем вот такую модель. То есть она должна быть идентична, похожа. Да. Ну, Юра нам дал задание вот сделать идеально похоже. Вот так. Таблетка от головы. У меня когда жара, всегда голова. Сочи. Ну, тебе поэтому и поставили самое холодное место. А ты еще... Дама с севера, да? Да. Самый холод. Я уже... Давай не болей. Я уже какой-то пингвиненок. Я каждый день его пью. Голова болит, расколола. Умное лицо сразу. Оп. Да, таблетка. Твои глаза! Кого я назвал предыдущий? Вот можно поставить сейчас параллельно, когда я просто подумал, пройдясь по ребятам, кто будет сейчас в пятерке. Давайте соответствие сделаем. Это Рубия, это Лейла, Карина, Аня, ну и Арслан. Я назвал, по-моему, там Арслана, Карину, Анну, Рубия, Лейлу. Это та пятерка, которая, на мой взгляд, потому что я видел, должна была оказаться сейчас в пятерке.
сравним. Я не помню, я, по-моему, всех именно так и назвал, но, короче, так и получилось. Так что эта пятерка четко вошла. Представляете? Первое место. Почти там прям вот, прям аж почти. 105 баллов. Лейла. Покажите мне эту работу. Давайте покажем работу. Можно покрутить даже ее вот так вот чуть-чуть. Потому что в предыдущем там не было особо видно. Вот такая вот. 105 баллов. Почти все поставили десятки, там за исключением некоторых ребят. Второе место. Арслан. Ага. 90 баллов. Третье место. Карина Вербицкая. 78 баллов. Где это? Третье. Четвертое место. Руфият, 73 балла. Вот так, кстати, самое наглядное показывается. Так, и получается пятое место. Киселева Анна, 40 баллов. Так, где у нас это? Вот это. Вы знаете, вот реально, я думаю, что здесь даже комментировать особо не стоит, вы тоже все это прекрасно видите, и самое главное, я доволен с того, что вы все наконец-таки стали видеть, вот, и то, что мы делаем, и то, что вам изначально очень сильно не нравилось, может быть, вам это сейчас не нравится, но дает уже свои плоды, вы начинаете отличать что-то от чего-то. Очень важно внутренняя стрижка, очень важно. Вы можете классно отчесать, классно отпустить, но носиться он будет совершенно по-другому. Там вот эта работа, допустим, там либо вот эта работа, либо там вообще какая-нибудь вот эта, которая там вообще никуда не вошла, по факту клиенту будет гораздо удобнее, чем, допустим, та, которая сейчас чистая. Вот, потому что у нее нет вот этого вот антипомощи. С укладкой что произошло, я вообще не пойму. Вроде нормально сушили, вроде нормально укладывали, что случилось, вообще непонятно. Как будто вообще забыли, как это делается. Марина, конечно, под конец, по сравнению с тем, что ты сейчас делала, вообще прям... Вот это ты молодец! Ну, как бы по сравнению с тем, что было, конечно, конечно. Вот мне кажется, что сейчас вот именно тот момент наступает, когда вы потихонечку перестаете думать о том, как отделять, где там это уже начинает уже на автомате проходить чуть-чуть. Прислали мне сообщение. Рома, привет. У меня девочка знакомая в городе Благовещенске, занимается профессионально. Слушай, ну круто. Подбором людей, мастер-классы она возит. Я тебе знаешь, что хочу сказать? Парикмахерской теме как бы она занимается. Я вот смотрю. Вот она мне прислала сообщение, аж приятно ее было услышать. И понимаю, что такой школы, как ты проходишь сейчас, у нас даже парикмахеры с очень большим стажем не проходили. Я ей высылаю нарезку наших видео на YouTube. А ты, получается, попал в эпоху современного и в эпоху того, когда дают очень много информации. Сейчас все ребята лепят вот подобную форму. Она прислала, как бы мы услышали ее слова, но у нее более грамотная речь, она так поздравляла всех. Очень круто, я рада за тебя, желаю тебе больших успехов, но ты добьешься очень большого, потому что у тебя база очень хорошая. Сложная школа, но столько информации. Такой базы мало, ну, у кого есть у нас в городе. Приятно было услышать, спасибо, Анют.
Ребята, хотите научиться делать так? Хотите научиться делать вот так? Когда-нибудь научитесь. И говорят, а как эта укладка называется? Я говорю, не знаю, как называется, я что-то похожее видел на Диме Билане когда-то. Она техническая. Задача не слепить просто форму, а задача проработать прикорневую зону и показать действительно компетентность и профессионализм внутри работы, а не внешне. Поэтому мы смотреть будем не только внешнюю форму, которую они постригли, но и внутренне, как они проработали каждый корешок, стоит ли он так, как должен стоять. Давай. Я сейчас поправлю. Сейчас все для вас сделаю. Я за расчесы. Вот это делается вот так. Сейчас будет экзамен. Сейчас ребята посушат, помоют, помоют, посушат, уложат. Ребят, у нас сегодня среда. 11:00, ребята уже заканчивают там сушить. Вчера мы целый день укладывали нашу работу. Ребята, наверное, раза 3-4 кто-то смывал, мочил, кто-то вычесывал. Мы доводили работу до конца. И сегодня я решил вот сейчас записать это обращение. Я обращаюсь к вам, ребята, которые сейчас находятся за стенкой. Вы большие молодцы. Я очень жалею, мы не сняли детально те первые работы, которые вы сушили, но где-то в кадрах вы сможете просмотреть какие-то первые работы, какое было все смешное. И сейчас я прохожу, смотрю на всех, вы переспали ночь с той информацией, которая была вчера, и у каждого есть результат, у кого-то чуть хуже, у кого-то чуть лучше, у кого-то очень хорошо, но в любом случае, по сравнению с тем, что было вчера утром, это просто космос. Я реально доволен, хожу, сдерживаю эмоции, чтобы просто-напросто вас там не расхлаждать, скажем, потому что Романа я вчера похвалил, Роман как-то так раз сразу сдулся, понял, что хвалить тебя, Роман, нельзя ни в коем случае, и поэтому хожу, как говорится, радуемся осторожненько. Молодцы, ребят, так держать, мы идем к успеху. Лейла с Аней пошли курить, я Карине подсказывал и помогал там исправить пробор. Лейла говорит, Юр, я пока покурю, ты мне тоже поправишь. Я говорю, конечно, без проблем. В общем, я поменял сейчас работы Ани с Лейлой, а вот у Ани сейчас легкая работа, не вычислена. В общем, я стою и сейчас расчесываю, сейчас посмотрим на лицо Лейлы, когда она подойдет, что я сделал с ее якобы работой. В общем, ожидаем. Пожалуйста, я тут чуть-чуть подрасчесал все вообще. Ой, молодец, все. Все. Десятку. Сойдет? Сойдет, сойдет. Ну все, отлично. Мир, труд, май. О, мне тоже расчесали. Держи. Да, тебе тоже чуть подрасчесал. Что ты чипешь? Все, да, сначала. Неохота, да? Взял все и испортил. Ага. Видите, как человек... Смотри, Анька лучше, чем ты сделал. Насколько просто вовлечен в работу, что даже не видит, что это не ее вообще манекен. Нет, я подошла, думаю... Спасибо, говорит, что испортил. Нормально. Я думала, ну, блин, как... Ну не мог же я так... Выровняла, молодец какой.
За 2 секунды, да, вообще? Вообще. Еще, думаю, взял без меня все. Не, даже не показал, как это делается. Не, у меня красивее, а не красивее. Ну так, если, между прочим. Капец, то есть вы понимаете, да, они реально свою работу даже не узнают. Либо нет, либо просто они настолько одинаково классно работают, что они не могут даже почувствовать разницу. Это же круто. Вот задача, ребята, когда вы будете в своих регионах, либо когда вы будете смотреть это видео, я буду координировать каждого клиента на мастеров хендкрафт в разных регионах, вот вы точно так же не должны почувствовать разницы между одним мастером и другим. Одинаковый технологический процесс, одинаковый классный конечный результат, поэтому пишите, кому нужно классно, качественно подстричься в своем городе, мы дадим контакты мастера. Ну и хочется на самом деле отметить, вот сейчас вы там пробежитесь еще, покажете вот 5 работ конкретно, которые вышли вперед, хотя задние, по сути, поджатия, они тоже все, можно их туда запихнуть. Основная суть то, что мы начинаем делать похожие вещи, то есть я имею в виду, мы начинаем чувствовать, что такое форма, мы начинаем чувствовать, что такое баланс, мы начинаем приобретать с вами стиль в работе. То есть, когда вы сделаете эту работу где-то и выложите ее в социальных сетях, кто-то посмотрит и скажет, а, это вот те ребята, которые вот оттуда и вот так вот стригут. Понимаете, что сейчас происходит, да, Наталья с Женей? Что сейчас происходит? Я говорю, у нас работа чуть-чуть похожа. Я ей говорю. Да, а я тут и ей говорю об этом, представляете, вот этой вот камере. Тоже говорю об этом. Реально это очень круто. Я говорил только что в эфире о том, что мне пишут ребята, клиенты, о том, что где можно подстричься, порекомендуйте кого-то. Я до сегодняшнего момента, то есть до вот этого курса, я говорил, я не знаю, кого вам порекомендовать. Я сейчас, смотря на то, что происходит, похоже, все-таки смогу вам давать рекомендации наших мастеров, которые в своих регионах будут вас обслуживать именно так, как вы хотите. Ю-ху! Женя нормально так это общается с клиентами, выясняет кто что, как. Молодец. Не то, что наши другие мастера. Они ведут диалог с клиентом. Классно. Ребята, у нас сейчас предпоследняя стрижка второго степа. Сейчас мы делаем теменную зону. Целый день вчера, можно сказать, делали мы
плоскости на затылочной зоне и на височной. Классно было бы, если бы мы их поняли, но мы не все их до конца поняли. У Антона руку в одну сторону сводит, я к нему в Иркутск поеду, буду помогать ему именно с левой стороны. А то у него там что-то сводит. Вот. В общем, сейчас мы делаем челку, делаем активную текстуру на темной зоне, будем изучать технику бритвы, прикорневую стрижку, слайсинг и глубокий point-cut. Или там, где параллель point-cut. Я вам говорил, надо сейчас коньячку было жахнуть нахуй, чтобы я себя вышел добрее. Мне прям очень хочется ругаться. Очень сильно хочу сегодня полениться и никому ничего не подходить и не поправлять. Но руки чешутся, но я тебя держу пока в руках. Вот клиенты говорят, что возможно руки просто нужно помыть, чтобы они не чесались.